Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как накрутить просмотры ВКонтакте. Имеется в виду вот эти глазики под постом, которые можно накрутить вот таким образом. Нажимаете кнопочку «Накрутить», заметьте, 244 было, я поставил просто рандомную цифру 42. Обновляем страничку. Смотрите, 286, 291, то есть процесс идет. Каким же образом это делается? Все это накручивается с помощью бесплатного расширения, которое находится в интернет-магазине Google Chrome. Можете скачать, перейти по ссылочке, которую вы найдете под этим роликом. После того, как вы скачаете и установите это расширение, у вас появится возле каждого глазика появится возможность нажать на эту кнопочку и накрутить любое количество, которое вы желаете. После того, как вы установите это расширение, у вас в верхнем правом углу вашего браузера появится вот такой значок. Здесь будет общее количество баллов, которые у вас накоплено. Количество баллов у вас копится с помощью того, что происходит взаимный обмен просмотрами. Вот у меня стоит примерно раз-два на третьем положении. Стоит постоянно. И когда я в интернете, просмотры идут, копятся, баллы копятся. Вот у меня 266 тысяч баллов. Это достаточно много, можно накрутить огромное количество просмотров на посты в своих группах, у себя на стенах. В общем, это более чем предостаточно. Если вам не хочется заморачиваться с тем, чтобы просто это расширение у вас крутилось, вы можете просто зайти, нажать плюсик. 10 тысяч баллов – это примерно 2000 просмотров за 19 рублей. 2000 просмотров за 19 рублей – это очень дешевая цена. Если вы ориентируетесь в ценах, если вы в теме, то вы знаете, что предлагают накрутку глазиков примерно от 30 рублей за 1000, а тут 2000 просмотров за 19 рублей. Считайте даром. Да, а если вы покупаете оптовое количество баллов, то есть, например, 1 000 000 баллов, то, соответственно, ценник падает. Ну, вы можете все это посчитать, можете взять калькулятор, сделать для себя какие-то выгодные расчеты и приобрести нужное количество. Далее. Пока расширение включено, баллы у вас накапливаются. Когда вы решите накрутить, соответственно, просмотры на какой-либо пост, вот, допустим, давайте вот накрутим на этот пост еще раз повтор. Вот здесь вот поставили, все, ползунок. Видите, можно ползунком двигать. У меня вообще сейчас возможно накрутить 53 378 просмотров. Ну, я столько не буду крутить. Сделаем вот так, 41 просмотр. Накрутить, смотрите, 417 было. Обновляем страницу. 433, еще раз перезагружаем, 436, в общем, крутится, смотрите, 448, крутится на глазах. Все это делается с помощью расширения ВК обмен просмотров, ссылочку вы найдете в описании. Также вы можете тут же, не отходя от кассы, от этого разработчика приложения скачать, с помощью которого накручиваются бесплатные лайки ВКонтакте. Это тоже можно сделать в интернет-магазине Google Chrome. Переходите по ссылочке, которую вы найдете под этим роликом, устанавливаете, и у вас появится вот такой значочек в верхнем правом углу вашего браузера. Все, как только у вас этот значок появился, вы можете накручивать лайки. Вот таким образом, вот здесь появляется сердечко с плюсиком. Можете выбирать количество лайков, которые вы хотите накрутить. Ну, допустим, 20 на этот пост. Все, задание добавлено. Нажимаем «Хорошо». Но в течение довольно быстрого времени здесь эти лайки начнут прибавляться. Итак, друзья, подытожим. Для того, чтобы накручивать просмотры ВКонтакте, вам необходимо скачать расширение в интернет-магазине Chrome. То же самое вам нужно будет скачать для накрутки лайков. Эти оба расширения от одного разработчика, они очень хорошие, я ими сам пользуюсь очень давно. Расширение для накрутки глазиков, оно полностью бесплатно, но вы можете, конечно же, не заморачиваться, а просто купить там требуемые баллы и накручивать с их помощью. Расширение для накрутки лайков, оно также бесплатно, но если вы не хотите заморачиваться, если вы хотите иметь определенные плюшки, о которых вы можете прочитать уже непосредственно на сайте, вы можете нажать кнопку «Стать VIP». Это стоит вообще какие-то копейки, и будете, как VIP-пользователь, просто получать огромное количество лайков, не задумываясь ни о чем. На этом все. Всем удачи, всем пока.